Уже полиция Великобритании разослала в школы предупреждение об игре «Синий кит». Сообщают об этом английские издания. Известно, что уведомления получили учебные заведения на юго-востоке страны. Правоохранители отметили, что пока у них нет данных о появлении суицидальных сообществ на территории Туманного Альбиона. Но ведомстве призвали родителей быть внимательными в связи с появлениями подобных сообществ в Беларуси, России и Казахстане. Игра «Синий кит» и схожие названия в нашей стране на слуху. В интернете так называемые кураторы предлагают школьникам пройти квест, выполнив определенные задания, последнее из которых – покончить жизнь самоубийством. В Беларуси из-за действий этой группы следователями было возбуждено несколько уголовных дел. В России, по данным МВД, только за прошлый год сетевые сообщества привели к суициду более 700 подростков.